Салют всем! Сегодня мы откроем пластинку группы Daft Punk, саундтрек к фильму «Трон. Наследие». Поехали! Итак, саундтрек к фильму «Трон. Наследие», виниловая его версия, написанная группой Daft Punk. На обложке у нас изображена фирменная надпись этого фильма, и судя по рельефу, который чувствуется сквозь полиэтилен, надпись эта, возможно, светится в темноте. Ну что ж, вскроем, проверим. Наклейка нам говорит то, что внутри нас ожидает два каких-то неизданных ранее на физических носителях трека. Но правда, на обратной стороне трек-лист нам говорит об общем числе треков. Соответственно, бонусный контент содержит все 7 треков. Непонятно, какие два имелись в виду. Компания Walt Disney Records. Пластинка сделана непонятно где. Это Gatefold, конверт с разворотом, состав альбома, две пластинки. Ну что ж, давайте ее распечатаем и посмотрим, что там внутри. Конверт у нас матовый, надпись стала еще более осязаема. Давайте вскроем разворот. На развороте у нас кадр из фильма, группа Daft Punk в клубе. Давайте взглянем в каждое из отделений. В первом отделении у нас вкладыш, в котором перечислены поименно все участники оркестра, который был задействован в записи этого саундтрека. Также вообще упомянута вся команда, кадры из фильма. На обратной стороне у нас еще раз кадры из фильма и фирменная надпись. И также в первом отделении у нас вот такой вот конверт с пластинкой, с полиэтиленом внутри. Давайте взглянем на саму пластинку. Классический черный винил, 180 грамм, 33 оборота. Во втором отделении у нас еще один внутренний конверт со второй пластинкой, также с полиэтилена внутри. Классический черный винил, 180 грамм, 33 оборота. Вот так светится обложка конверта в темноте. Надеюсь, что-нибудь видно. Надпись Disney тоже. Спасибо за просмотр этого выпуска «Открываем винил». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь также на страницу ВКонтакте, ссылка в описании под видео. До следующего выпуска «Откроем винил». Arrivederci.